Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last War Беларусь. Мы снова играем в Battlegroup 42, модификацию игры Battlefield 1942. Перемещаемся из Китая, даже не в Италию и не в Францию, хотя сражаемся французами, или вернее французскими колониями против колоний уже итальянских и их, соответственно, сил в Ливии, то есть это Африка. И Cobb Firefield, летное поле, расположено в соответствующем оазисе, Cobb Oasis. И нам нужно оттуда выбить итальяшек. Ну, не такая уж простая задача, честно говоря, поскольку техники здесь не то чтобы очень достаточно. Вначале у нас вообще ничего такого приличного, в общем, нет. Как вы видите, у нас есть одна незахватываемая база. У них, в принципе, все захватываемо. Но на тесте у меня были некоторые проблемы с перекрашиванием этого флага. Ну, хотя бы в белый цвет, может быть, это занимает много времени, не знаю. Но, наверное, в лоб мы идти не будем. Я возьму что-нибудь, что заспавнится вот здесь, и попробую обойти как-нибудь сторонкой вокруг. Тем более, что места вы видите много, а это значит, что у нас есть пространство для маневра. Нет, вот самолет мне, наверное, будет не очень. Я возьму вот это, да, чтобы оно не было похоже. Танки у нас, как и у итальяшек, довольно калеченные. Правда, у итальянцев все-таки техники больше. Ну и точка у них тоже не одна. Поэтому мы направимся вокруг. У нас есть небольшой такой запасец тикетов, который нам может в этом деле нелегком помочь. И где-то мы будем примерно вот по этому, не совсем внешнему, но все-таки радиусу или периметру ехать, чтобы не привлекать к себе существенное внимание. Там я вижу флаг. А, да, внимание мы уже привлекли. Ну что же, может быть, мне все-таки удастся захватить это дело? Как вы считаете? Так. Хорошо. Нет, товарищ. Тебе тоже конец, так сказать, кирдык. Блин. Могу ли я его? Да, вот так. И это странная очень позиция в чистом поле. Ты бы хоть куда-нибудь бежал, я не знаю. Попробуем мы это дело перекрасить, но это может занять некоторое время. Эти вот, да, танкетки тоже не особо прочные, как вы видите, совершенно. Поэтому их на подлете можно неплохо сбивать. Окейшки. Поехали дальше. Намного лучше, чем просто... здрасте. Чем просто ломиться вперед и попытаться захватить их с юга, поскольку это совершеннейшее неэффективное дело. Давайте я как-нибудь их расхреначу отсюда. Если мне повезет. Блин, что-то там много танкеток. Я не... Спавнится, может быть, быстро. Это тоже, возможно, вариант. О, еще одна. Представьте себе, представьте себе. Не, я все-таки быстрее немножко. Так. Аккуратно. Проиграть мы все-таки можем. А здесь их действительно приличное количество. А то я думал, что за фигня? Почему... У нас так все не сбалансировано, а вот оно почему. Они подходят со своими силами, и начинается совершенно незамечательное действие. Для нас, поскольку с нашими там... У нас есть таких пару штук, как вы видите, но все-таки не очень много. Гораздо меньше, чем хотелось бы. Поэтому мы, наверное, поедем дальше, может быть... А может и не быть. Здесь есть канал, конечно, но канал нам будет проблематично перейти. Может быть. Да, вот, кстати, видите? Он не до конца залит водой. Текстура кончается прямо здесь, хотя это даже не конец карты. Да, к несчастью. Можно ли отсюда по-человечески выбраться? Это вопрос хороший. Здесь есть местами что-то такое напоминающее, но вообще можно было бы просто вылезть на берег, что ли. Ну, то есть,
если бы это была адекватная игра. Так, нет. Зато есть шанс посмотреть на это дело со стороны. И выглядит оно вот так. Замечательно, правда? А там еще здоровый кусок канала, между прочим. А это кто? Это наш. И это тоже наше. Может, мы их с этой стороны поддержим? Да, я думаю, именно так и дело будет. О! Вот и ответ. Гранаты вам, наверное, не помогут, если, конечно, мои пули вообще куда-то идут. Они, вполне зная Battlefield, можно предположить, что они застревают в стене, и я их просто не вижу. Так. И этого тоже, товарища, а то я вижу, что наша танкетка отвлекается на каждую незначительную деталь, что, конечно, не замечательно. Попробуем прорваться туда, что ли. Да, и перезаряжаемся. Я вижу кто-то, кто определенно не наш. На радаре он не виден, а значит... О, да. Значит, это нехорошо. До туда я, наверное, не доберусь живым, поскольку в меня стреляют и могут стрелять еще. Вот, наверное, отсюда. Или еще откуда-нибудь. Например, из тех пулеметных позиций, которые мы, правда, уже прошли. Да, и кустики... Трава за текстурина странно. То есть я... Мне что-то подсказывает, что вот таких вот тросиков наверху быть не должно, правда? Они там не имеют права находиться. То есть неаккуратно сделана эта моделька. Ну, моделька не моделька. Спрайт. Это же все плоское. Но, правда, сделать мне с этим ничего не удастся. Привет. Привет, и тебе тоже привет. Здесь можно перезарядиться, надеюсь, что меня основная масса противника не заметила. Мы ситуацию уже стабилизировали, и это довольно неплохо. Я не думаю, что мы тут чего захватим таким образом. Но, по крайней мере, без патронов не останемся. О, здрасте. Здрасте. Вам тоже большой-большой привет, но я хотел бы тут, понимаете, флаг перекрасить. Судя по звуку, не судьба. Как вы считаете, судьба или не судьба? Давайте посмотрим. По-моему, звук где-то там, хотя может и нет. О, нет, звук здесь, определенно здесь. И с этим мы ничего не сделаем, к сожалению. День рождения, он, в общем, не в этом месяце. Наши засранцы еще не смогли захватить южную базу, очень странно. И центральную точку тоже. Я вряд ли смогу захватить здесь что-либо. Могу попробовать из пулемета расстрелять, что ли. Привет, дорогой. Я в тебя стреляю. Ты ничего не хотел бы предпринять по этому поводу, не? Совсем ничего? А, нет, к несчастью, докуда он, пожалуй, не доберется. О! Поломался звуковой эффект. Ну чё? Нет? Ну ладно. Но нет, сюда нет. А я, пожалуй, поехал. Куда-нибудь сюда, наверное. Посмотрим. Ух. Здрасте. 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 Троих? Нет, двоих. К несчастью. А вот это мне все-таки нравится немного больше. Там были другие варианты. Вот эти вот странные... танкетки с пулеметами, они, оказывается, спаренными, мне совершенно не интересны, поскольку ими же мало чего уничтожишь, верно? А вот вот этим хозяйством, как вы видите, уничтожить вполне можно.
Драйстерим на это? Не? Как бы это мне вас зацепить все-таки? Так. Да. Это плохо, хотя и несколько беспорядочно. Теперь мы, наверное, все-таки эту точку захватим. Нет. О, здрасте, я вас не заметил, но теперь заметил. И, как видите, один, ну, может быть, два выстрела. И все у нас хорошо. А эти ребята, да, у них же позиции в основном на юге и в центре остались. Так, этот засел прямо здесь, я до него вниз-то не опущу башенку. У меня позиция сравнительно фиксированная, ну, не то чтобы совсем фиксированная, но вниз пространства никакого нету. Вот мы чуть-чуть спустились, вот мы чуть-чуть кого-то подстрелили, и, наверное, нам нужно чуть-чуть кого-то дальше убить, ну или захватить хотя бы. Привет, дорогуша. Поздновато. Это у нас тоже граждане, товарищи. Угу. Так. С жизнью у меня не очень хорошо, поэтому, возможно, все это дело закончится примерно ничем. Но я попробую. Так, так, о, вот и все. Что у нас здесь осталось? Грузовички такие, и здесь есть граждане даже какие-то, которые пытаются что-то сделать, но не совсем удачно. Ладно, я возьму мою любимую штуку. Не то чтобы она быстро стреляла, но по крайней мере с ней что-то можно более-менее успешно делать, по крайней мере. Да, набивать фраги и дальше. Можно ли мне здесь как-то переплыть? Не хотел бы я застрять в канале, конечно же. Это было бы совсем нехорошо. У нас есть еще друзья, но это раз действительно друзья наши. Поэтому я, наверное, даже попытаюсь куда-нибудь втемяшиться. Может быть, чуть-чуть, не, узковато. Человек еще здесь пройдет, а вот техника не проедет. Разве что мотоцикл. Но мотоциклы здесь, к сожалению, с коляской. Так что, наверное, это уже вряд ли. Поэтому заедем вокруг и посмотрим на здешние красоты с другого ракурса. А, нет, узковато. Поищем другие варианты. Не знаю, кому браво, но явно не вот этому гражданину. Остается у них две точки, значит, что они отбили, потом захватили. Попробую я остановиться здесь. На приколе чуть-чуть. Помнится, здесь была точка, непосредственно расположенная на одной из крыш. Так, как бы мне до нее добраться? Ух, это совершенно плохо. Хотя у нас здесь эта калеченная лесенка есть, которая явно не сделана для этого места, но ее как раз достаточно. Будем надеяться, что не захватят мое местечко избранное. Не отсюда стрельба идет. А флаг? Флаг пока не перекрашивается абсолютно. Хотя я вполне в зоне действия, и даже при наличии врагов все-таки должно это место и события происходить. Тем не менее.
Ну что, ребята, поскольку мы не можем захватить этот флаг, по крайней мере, как вы видите, я этого не могу сделать, значит, мы поедем куда-нибудь еще, наверное. Если я смогу по-человечески развернуться и кого-нибудь мы все-таки отправим на тот свет, возможно. Например, вас. Хотелось бы мне получить преимущество на карте, понимаете ли. А этого мы не добьемся, если будем сидеть на одном месте. Хорошо же вы, ребята, обороняетесь, раз я за вас вынужден делать вашу же работу. Ну, наконец-то. И каким же образом вы смогли это сделать? Поскольку я здесь находился больше, чем вы, и все равно это не то, чтобы кому-то помогло. Ладно, так или иначе, пойдем вперед. В прямом смысле есть у них точка, значит, где? Здесь, где мы было чего-то захватили, вроде бы. А теперь они снова там. И нам, что неудивительно, совершенно не рады. Попробуем в последний момент воткнуться сюда. Да, совершенно моя прочность уже не идеальна. Но тем не менее, последний рывок я все-таки попробую сделать. И эту пехоту немножко прорядить, как минимум. Если не захватить точку, то хотя бы чего-то достигнуть. Минимально, да, здесь их довольно прилично, мне проще прорваться вот так, как птичкой коршуном, развернуться где-нибудь на пятачке и отойти дальше. Чтобы только вновь их машинку по одну и, может быть, вторую, если я успею, да, разбить. Угу, приятные звуки. Так, что, еще? Ладно, пусть будет еще. Вот так. Похоже, на этом все. Так, можно ли с этого пулемета кого-то достать? Я даже не знаю, не уверен. Ладно, давайте мы по-другому сделаем, а то меня расстреляют, к чертям собачьим. Меня и так расстреляют, но у нас есть шансы зайти им в тыл. О, да, кстати, в удачное время заходим. Так. Прорываемся. Прорываемся. И теперь можно вращаться на все две стороны, да, влево-вправо. Частично вверх. Позицию мы, похоже, захватили. Техника, конечно, вся у них разъехалась, но когда она взорвется, неизбежно, мы сможем чего-то сделать, а это орудие нам, наверное, могло бы даже помочь, если бы граждане товарищи пожелали вернуться. Его ж не повернешь, да? Нет, оно действует только вертикально. Пусть, значит, остается так. Давайте посмотрим, что у нас сбоку творится. Ну, такой пулеметный дилижанс, конечно, не мог весь что, но, по крайней мере, что-то. Я не знаю, насколько эти спаренные пулеметы эффективны против техники, особенно такой же самой техники. Ага, знакомые углы. На этот раз я и сам с усами. Двумя усами слева и справа. Усы у меня спаренные, чувак застрял здесь, и выбраться ему будет не суждено, поскольку у него приоритет на технику, то доедать здесь трех раз будет. Если его кто-нибудь не уничтожит, то он так там будет сидеть, наверное. Мое предположение, не претендующее на истину. Эта трава по-прежнему смотрится довольно забавно со всеми этими полосочками сверху, которые не должны быть. Но то ли некорректно применена текстура к спрайту, да, к плоскости спрайтовой. То ли текстура исходно некорректная, но так или иначе. А, здрасте.
Так или иначе, мы видим то, что мы видим. И да, ребята, против спаренных пулеметов у вас не то чтобы очень много шансов. А вы еще и сзади спаритесь. А, здесь, хорошо. Нет, далековато, точнее, близковато для моих таких вот пулеметов, которые, конечно, центральные, но из-за этого нужно место, чтобы до пехоты добраться. Так, это мы тоже уже почти захватили. У них еще есть довольно много тикетов, а вот их самих тоже прилично. Хоть им больше негде толком спавниться. Давайте мы посмотрим, кто и где в меня стрелял. Наверное, там, да? Да, точняк. Минус 2. И ребята, наверное, будут вражески стягиваться к нашим позициям в основном. Это наш, наверное, пас или нет? Нет, не наш. Давайте я отойду, а то я не могу до него совершенно дострелить. А вниз-то я не могу целиться. Поэтому, когда он зайдет поближе ко мне, если зайдет. Привет, дорогой. Я тебя пытаюсь выманить, а то мне придется сильно вперед. Да, похоже, все-таки придется. Посмотрим, как эти пулеметы. А, в принципе, вполне эффективны, когда вблизи. По крайней мере, огнем покрывается оно быстро. Здрасте. Пардон за интимный контакт. Но я все жажду узнать, когда же вы взорветесь, что ли. Происходит это не очень быстро. Эти засранцы успели отбить. Сзади, видимо, где-то там, ходя, как тараканы, блуждая в пустыне между камушков. Их точку, но ненадолго, конечно же. Поскольку я все еще здесь, я еще не мертв, и у меня чуть меньше 70% жизни моей технички. Так что, я думаю, если не будет нескольких прямых попаданий, то я останусь жив. Остается 3 бота, теперь на них напасть будет сложнее, особенно если они застряли где-нибудь или находятся в какой-нибудь такой тоже технике, которую легко не уничтожишь. А наши боты, французские, они имеют тенденцию терять интерес к врагу, когда он почти подбит, почти уничтожен, находится в технике. Я такое неоднократно видел, что они просто проходят мимо, ничего не делают. О, это мне нравится. Несколько больше, но в любом случае осталось несколько тикетов, так что они вполне могут оставаться живыми и дальше. Двое только, а не трое уже. Кого-то прибили. Ну и мы отправляемся назад к нам домой. Не совсем во Францию, но тем не менее, что уже есть. Если вам понравилась эта карта, то вы можете поделиться своими впечатлениями, даже если она вам не понравилась. Мне, честно говоря, она не очень выполнена. Она, ну, не то чтобы по-дилетантски, но вы видите проблемы с текстурами, проблема с тем, что карта просто физически не доделана местами. И логика ботов тоже прописана не совсем удачно. Соотношение техники тоже это дело еще более обнажает. То есть с приличной логикой, может быть, было бы получше ситуация. Так что я, пожалуй, не могу, да, поставить палец вверх. И, пожалуй, лучшее, что я могу здесь сказать, это нейтральное мнение, где-то потихоньку переходящее в негатив. Учитывая все эти маленькие отрицательные детали, которые складываются в не очень хорошую картину, я могу поставить этой карте максимум нейтральную оценку, но постепенно скатывающуюся в негатив, так что мне она не особо-то нравится. Но с другой стороны, мы видели и существенно хуже. Что вы можете сказать, это ваше дело, и, конечно же, вы можете выразить свое мнение в комментариях. Увидимся в следующий раз. Если вам понравилось это видео, вы знаете также, что делать. И до встречи на канале Ластфари Беларусь. Увидимся в следующий раз.